Амадини або Астрильди, потрапили до Європи у 1860 році. Родом ці чудові болотяного забарвлення птахи з Австралії. Это тростниковые амадины или тростниковые астрильды. Обитают они в Австралии, северная и западная часть. В основном в болотных местностях, где тростник, высокая трава, поэтому такая характерная окраска для лучшего, так скажем, маскировки. Тросниковий астрильд – птаха вельми поширена серед любителів, адже утримування не дивних умовах астрильдів краще тримати у невеличкій клітці. Птаха маленька, тож не потребує багато простору. Ці маленькі енерджайзери майже не сидять на місці, тож клітки розмірами приблизно 40 на 50 цілком достатньо. Як і всі амадини, вони стайні животні. Хорошо размножаются 2-3 помета, может у пары быть за год. Тросникові амадинки – стайні птахи, тож удома треба утримувати хоча б пару. Как минимум 2. Это стайное животное 2-5. Живут в районе 10 лет. Хороших, при хороших оптимальных условиях могут дожить даже до 14 лет. Гарний догляд – це найважливіше. Птички достаточно чувствительны к сквознякам и всякого рода перегреву или холоду. В основном к холоду. Желательно, чтобы в квартире была комнатная температура, ну, хотя бы плюс 24 градуса, 20 где-то. Чтобы они себя комфортно чувствовали. Амадинки харчуются зерновыми сумішами, а також им обов'язково потрібна травичка. Кушают зерновую смесь, это мелкое канаречное семя чумеза, в основном, и мелкие сорта проса, естественно, очищенного. Необходимо также для них песок для купания, как и для всех других птичек, водичка. Плюс необходимые витамины и добавки, воду, еду и песочек желательно менять каждый день, постоянно. Вода, чтобы не застаивалась, корм, даже если птичка не все скушала, необходимо менять. Выкидывать старый, промыли кормушку и поставили новый. Для них необходима трава. Это единственный вид амадин, для которых просто она очень нужна, так как это их среда обитания. Від тросникових астрильдів не слід чекати, що вони будуть розмовляти. Ці птахи беруть зовсім іншими звичками. Это украшение дома, она не будет ручной. Единственное, что за ней очень увлекательно наблюдать. У каждого вида амадин свой социальный статус и социальные ранги, как бы система, свои отношения. Как государство у вас будет мини такое дома. Можно понаблюдать за ними, как они друг друга себя ведут. Кто главный в паре, если это пара. Если же это стая небольшая, ну до 5 птиц, в принципе, можно, кто главный, опять же, кто когда кушает, кто первый кушает, кто как поет, кто может себе это позволить, там, петь или ходить, там, на жердочке сидеть, кто нет. Аби вашим амадинкам зовсім комфортно жилося, необхідно обладнати клітку іграшками, такими як гойдалки. І, звісно, не можна забувати про травичку, свіжу чи сушену. Також не слід забувати, що амадинки – це стайний вид, тож краще утримувати парочку, хоча невеличка зграйка цих зелених крапчатих пташечок виглядатиме ще більш привабливіше і буде прекрасним об'єктом для спостережень.